Мотоспорт – это технический вид спорта, основу которого составляет взаимодействие спортсмена с различной мотоциклетной техникой. Этот вид спорта очень популярен как в нашем городе, так и во всей республике. Поддерживают мотоспорт на высоте организаторы. В этом году им стал Николай Красников. В начале недели он специально прибыл в Кумертау для подготовки к соревнованиям. На сегодняшний день трасса уже полностью готова к соревнованиям. Остались мелкие штрихи. Спасибо большое администрации города Кумертау, региональному отделению ДСАП. Благодаря слаженным совместным усилиям вся подготовка прошла гладко. То есть все готово? Да, трасса полностью готова. Удалось в этом году ее немножечко улучшить. По словам Николая, перед организаторами стоит задача – каждый год улучшать качество проведения соревнований. В этом году всю трассу засыпали песком, а для безопасности зрителей натянули сигнальные ленты. Если будет дождь, соревнования пройдут на хороших скоростях, не будет тяжелой грязи, и зрителям будет намного зрелищней, спортсменам легче. Как показала практика, соревнования проходят на высоких уровнях. По традиции в чемпионате примут участие спортсмены из соседних регионов. Ожидается большое количество участников. Николай Красников пожелал спортсменам и зрителям хороших выходных. Пожелание спортсменам – добраться до финиша живыми и здоровыми, зрителям получить массу позитивных эмоций и хорошо отдохнуть. Эти соревнования делаются, конечно, для зрителей, чтобы зрители пришли и получили большое удовольствие от того, что они увидят.